почему воблеры Касадака запутываются в полете? Потому что в этом месте находится магнит, и через перегородку находится шарик, который во время рывка, взмаха удилищем в полете, шарик должен переместиться в хвост для точного его полета. И если этого не происходит, центр тяжести остается в середине воблера, и он закручивается. И чтобы исправить это положение, если вы стали обладателем такого воблера, который неправильно летает, я позже покажу, как это исправить. А сейчас я сделаю несколько забросов, чтобы убедиться в том, что все-таки он путается, летает плохо. Заброс номер один. Удачный заброс. Воблер не запутался. Заброс номер два. Воблер не запутался. Заброс номер три. Воблер запутался. То есть вот такое положение дел, когда воблер весь скрутился. В общем-то, на реке, когда ты сплавляешься, это вообще крайне недопустимо, потому что теряешь драгоценные места и потенциальные поклевки. Пробуй еще раз. Итак, заброс номер один. Заброс удачный. Заброс номер два. Заброс неудачный. Распутался. Заброс номер три. Удачный. Заброс номер четыре. Запутался. То есть вывод следующий. Каждый третий заброс или четвертый воблер вот в таком положении. И сейчас я покажу, как этот момент исправить. А теперь, когда я снял лишние предметы, и ничего теперь не мешает, слушайте внимательно. Шарик находится вот здесь. Он примагничен. Теперь я его отправлю в хвост. Видите, какое усилие пришлось приложить, чтобы оторвать шарик от магнита? Вот такого усилия уже недостаточно, чтобы оторвать. Что, собственно, и происходит во время заброса. Теперь дальше. Как вычислить, где находится шарик. Итак, двигаю шарик. Это у меня магнит. И он, магнит, находится здесь. Соответственно, мне надо будет проделать отверстие в месте примагничивания шарика. В данном случае я попал точно в район магнита. Но мне бы было бы неплохо бы это сделать до магнита. Но так как здесь находится заводное кольцо, здесь, скорее всего, придется проделать мне еще одно маленькое отверстие, чтобы увеличить разницу между магнитом и шариком. Либо здесь перемещать магнит.
пробую забрасывать после рестайлинга воблера. Первый заброс. Чистый. Второй заброс. Чистый. Третий заброс. Чистый. Четвертый заброс. Чистый. Пятый заброс. Чистый. К сожалению, здесь глубина для тестирования мала, соответственно, приходится очищать. Это не запутки. На каком мы остановились? На пятом? Шестой заброс. Чистый. Седьмой заброс. Чистый. Камеру я не выключаю специально, чтобы было видно наглядно, есть запутка или нет. На каком мы остановились? На восьмом? Девятый. Чистый. Десятый. Чистый. Ну, мне кажется, уже достаточно. В принципе, все наглядно. Косодака косячит. Конечно, дорабатывать воблера — это не самое интересное занятие. Но надо иметь в виду, что такие косяки могут быть. Еще покидаю. Одиннадцатый. Чистый. Двенадцатый. Чистый. Вот так вот.